Да. При этом по вечерам, хоть по утрам, собирается собирается на рынке, как там? Как мы видим, там можно заниматься не обязательно на различных приборах, да? Можно, в принципе, дома на стуле, на любом турнике, на балконе. И вновь самая сильная девушка Украины показывает вам. Это Даша Шипига. Очень миниатюрная, но очень сильная. Я вот смотрю, не понимаю, неужели это действительно Даша? Да, Евгений Кишерга, чемпион мира 2012 года. Показательное выступление в стиле фристайл от него. Этот костюм, этот красный костюм ему тоже подарили на чемпионате мира. Это идеальная поза для отдыха, кстати. Можно принести ему еду туда, в принципе. Оп, хорошо. Улыбайся, позевала, заснул, развернулся. Поезжал. Красиво, уважаем. Далее. Вот все взоры. А вот. Девушка говорит, вы знаете, вот, это... штанга не нужна. Не нужна им штанга абсолютно. Штанга заменитель сверху. Мы немножко их рассмешили, потому что не получилось. Ну и теперь вновь на обзор на турники. Опять это невидимая лестница, они с собой везде берут. Нужно попробовать потом. Завтра. Да, да. Воспользоваться ей. Подушку. Чеканец, смотри, как, да, пока живет. Он вниз из-за того, что закончил, между прочим.